Белорусские батутисты с завидным постоянством привозят с планетарных форумов медали. Американский чемпионат мира не стал исключением. Триумфаторы вернулись на родину, где их торжественно встретили журналисты. Среди них была и Юлия Селипицкая. В олимпийской дисциплине в индивидуальных прыжках Анна Горчинок и Владислав Гончаров завоевали бронзовые награды. В синхронных Николая Казака и Владислава Гончарова от золотого пьедестала отделили всего 0,4 балла. Здесь у нас получился сплав опыта и молодости. Тактически грамотно сработали, и вот это вылилось в серебро. Мы делали менее сложную программу, чем планировали делать в финале. Поэтому сложно было бороться за золото с китайской парой. С маститыми соперниками можно и нужно бороться, невзирая на авторитеты. Основные конкуренты – это у нас китайцы и россияне. С китайцами мы уже боролись в Швейцарии, когда Владик, в принципе, выиграл олимпийского чемпиона Дондонга. Сейчас не хватило 0,4. Ребята прибыли на родину еще в национальном аэропорту, окунулись в атмосферу праздника. Сразу по прибытии Татьяну Петренью и самого возрастного Николая Казака ожидала приятная новость. Ребятам присвоены звания заслуженных мастеров спорта. Следующий сезон очень ответственный. В преддверии Олимпийских игр и у батутистов развернется борьба не только за медали, но и за путевки в Рио. Лицензия зарабатывается на чемпионате мира. Нам просто нужно попасть в финал. Будет лицензия. Будем надеяться просто, что будет две лицензии. Я считаю, что мы достойно выступили, потому что из 6 возможных медалей на чемпионате мира мы взяли 4. Успех взрослых вдохновил юниоров. Из Америки ребята привезли россыпь медалей. 3 золота, серебро и 3 бронзы. Так что белорусская школа батута начинает активно теснить мировых грантов. В центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам сегодня было многолюдно. Этим вечером здесь официально стартовал открытый республиканский шахматный турнир памяти пятикратной чемпионки Беларуси и мастера спорта СССР Татьяны Загорской. Продлится он до 27 ноября, когда по наибольшей сумме набранных очков и определится триумфатор. На турнире собрались шахматисты от мала до велика. И пусть такие состязания – это в первую очередь возможность почтить память нашей легендарной шахматистки, соревновательный дух здесь не может не присутствовать, ведь Татьяна Загорская сама любила состязаться и побеждать. Таня была очень хорошим человеком, очень, ну, добрым человеком. Играла она очень сильно играла, да. Обыгрывала тогдашнюю чемпионку мира Майю Чебурданидзе, ну и была командным игроком. Раньше, вот, кстати, этот турнир приходилось проводить, мы задействовали несколько помещений, в том числе и маленькие классы. А сейчас посмотрите, какой у нас зал большой. Чем больше зал, тем больше участников.